Я буду снимать. Всем привет! Мы сегодня с мужем скуплялись в органическом магазине. Вот, 8 марта. Всех девчонок с 8 марта. Женщин. У нас еще с похода, видишь, курточки валяются детские. Лежат. Не валяются, лежат. Цветы давай мне, я подержу их. Ой, что-то резкости нет. Мне в руки просто, я сяду их возьму. Надо хлеб завести Костику. Костя приехал с университета голодный. Я себе лилию выбрала, а Лизочки вот такие вот яркенькие цветочки. Розы вялые были, какие-то сейчас на расхват цветы. В общем, муж поздравляет с 8 марта. Я очень люблю лилии, они еще распустятся, мы их поставим. Они за пару дней в доме тепло, и они распускаются. Такой получится букетик. Мы взяли два, чтобы побольше был. И вот такой сейчас Лиза будет рада. Со школы ее забираем. А кто меня здесь встречает? А Лизонька. Цветочки пахнут? Алиса. Скажи, с 8 марта всех. Алиска так любит цветы. Китень. О, нет. Пошла, траву грызет уже. Ой, кошка. Даже Алисе польза. Вкусно? А? Трава вкусная? Если кошка ест, значит все в норме. Так, итак, у нас сегодня покупочки на $133. 85 центов. Так, давайте посмотрим. В основном муж скуплялся. Я так ходила, там цветочки нюхала сегодня. Значит, это уже Костя достал лук, помидоры, делал себе бутербродики с рыбкой. Вот такой хлебушек продается. Очень мягкий такой, вкусный хлеб. Они его разрезают на 4 части, вот так продают. Ну, давайте посмотрим цены быстро. Вот у нас такой длинный список. Лилии 5,99. Огурцы 2,69. Хлеб 3,99. Вот этот кусочек, четвертинка. Так, что буду понимать, то буду говорить. Вот эта картошка, потейто 4,14. На штуку продается 69 центов. Копченый сэлмон 12,99. Лук 79 за штуку. Перец салатный 3,69. Зеленый лук $1,29. Опять перец салатный 3,69. Салатная капуста, наверное, $1,29. Сметана $2,99. Петрушка $1,49. Зеленый виноград $5,49. Томат, томатос, помидоры $2,99. Блубери $6,99. Грибы. Белые грибы, шампиньоны $1,99. Мочи по 4,49. Минеральная вода 99 центов. Так, что это у нас еще, наверное, мочи 4,99. Ну, все вот эти мочи по 4,99. Итак, вот наши мочи. Мы всегда их покупаем. Сегодня муж выбрал еще такие шоколадные с ореховым маслом. Зеленым чаем и клубничные. Блубери — это вот такая очень вкусная, кстати. Блубери полезна для зрения, ну и вообще она полна витаминами, конечно, богата витаминами. Еще одна упаковочка. Это сегодня 8 марта. Так, зеленый виноград. Сметана. Сметанка у нас 454 грамма. Галлон молока. Я не знаю, там в списке было или нет, но долларов 6.
петрушка, небольшой пучок, копченая рыба. Вот так у нас выглядит. Здесь всего лишь 227 грамм. Это очень дорого. Я думаю, в Костко можно было дешевле купить, но муж выбирал, посчитал нужным, значит, купил. Так, лук зеленый. Это на капуста на салат. Салатный перец. Мы очень часто сейчас готовим салаты, поэтому и часто у нас такие покупки. Огурцы. Нам нравится, что там всегда все свеженькое. Вот этот хлеб я беру в основном для себя. Ну и детям тоже стараюсь. С семечками. Тоже такие делать тосты. В тостере запекать и с вареньем, сливочным маслом. Это очень вкусная булка. Пахнет ванилью. Ее можно подогреть. Ванильная булочка. Такой хлебушек взяли сегодня. Так, это что-то сегодня муж выбрал. Не знаю, что это. Какой-то шоколад. Молочный шоколад с орехами. Ну и вот тоже грибочки. Маловато здесь их. 227 грамм. Костка выгоднее, наверное, покупать. Но ничего страшного, это нормально тоже. Так, помидорки. Пока самое лучшее. Пока ферма, как говорится, не открылась еще долго до того, как помидоры там начнутся аж в конце лета, да, или в середине лета. Вот такие покупаем помидорчики. На салаты, на бутерброды. Лук. И последняя картошка. Ну и цветы вы видели, ребят. Такие вот покупочки на сегодня. Всех с 8 марта. Еще я открою сегодня видео. Снимала 10 минут тоже на работе у мужа. Как я помогала ему. В скорости открою это видео тоже. Желаю вам счастья, здоровья, девочки. Всего-всего самого лучшего. Я знаю, что, наверное, в основном меня смотрят девчонки. Вот вам цветочки тоже полюбоваться. Я думаю, вам, конечно же, подарили мужья, отцы, цветы. С праздником 8 марта. Желаю вам, чтобы ваши мечты исполнялись, чтобы вы всегда цвели и пахли, чтобы каждым днем, с каждым днем наполнялось ваше сердце счастьем, и вы выглядели свежо и красиво. Что еще пожелать? Ну, в общем, всего самого-самого лучшего. Лучшего, с любовью. Пока-пока.